Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Если вы часто видите именно эти цифры, знайте, скоро вы получите награду от ангелов. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В ангельской нумерологии считается, что одинаковые цифры являются посланием от высших сил. Они предупреждают вас об опасности, дают рекомендации к действиям, предсказывают исход события. И есть определенные числа, которые показывают, что в скором времени вам будет награда. Что эти за цифры? И какие это цифры? Время 22.11. Если вы часто видите эти цифры, то в скором времени идет получение награды от ангелов. 22.11 на часах. Значение в ангельской нумерологии: человек, упорно трудящийся и достигающий цели, достоин поощрения. Ангельские силы даруют ему надежду на успех. В нумерологии значение 22.11 называют минутой счастья. Впустите в свою жизнь новые влияния. В этот период можно загадывать желания. Ангельские силы услышат и исполнят его. Произносите мысли вслух, утвердите свои намерения, все исполнится. Медитируйте в процессе, визуализируйте ситуации, моделируйте мысленно пространство успеха. Прислушайтесь к голосу Всевышнего. Следуйте наставлениям нумерологии, размышляйте, анализируйте. Ангелы одаривают тех, кто обладает смышленностью, неординарностью, уверенностью. Действуйте, иначе высшие силы не помогут. Ищущие обретают благословение. Начинайте менять жизнь сразу. Откладывая перемены, вызываете стагнацию. Они не приводят к хорошему. Остерегайтесь необдуманных поступков. Суетливость, торопливость, импульсивность – спутники бедствий. Значение ангельских цифр нумерологии 22.11 привлекают перемены, но обязательно сопротивляйтесь негативным аспектам. Ангельская нумерология приносит удачу деятельным людям. Проявляйте активность, старайтесь найти дело по душе, ищите призвание, экспериментируйте, открывайте новые грани привычных занятий. Вот это значение 22.11. Не замыкайтесь, общайтесь, делитесь мыслями, эмоциями. Открывайтесь миру, людям и взору высших сил. Гуляйте, путешествуйте, творите. Сочетание окажет положительное влияние. Но это не единственное значение ангельской нумерологии. Что означает для отношений? Укрепите существующий союз. Забудьте негативные моменты и ждите романтических сюрпризов. Наберитесь терпения. Ну а если у вас нет отношений, ангелы пошлют вам партнера. Положитесь на интуицию, гуляйте по общественным местам, не сидите дома. Откройтесь миру, ведь это вам сулит приятное знакомство. Значение 22.11 – это появление нового этапа. И если вам не везет с отношениями, задумайтесь. И это время дает вам шанс на изменения. Не избегайте знакомств и не пытайтесь контролировать людей, а просто общайтесь. Если для работы и творчества, забудьте все негативные сценарии. Восстановятся утраченные связи. Деловая репутация станет положительной. Ангелы мотивируют двигаться дальше, а высшие силы дарят прилив вдохновения. Космическая энергия удваивается, и стоит направить ее в нужное русло. Ждите вознаграждения и заключения финансовых сделок. Ну а если для денег и бизнеса, перед вами открывается финансовый поток. Появятся способы для заработка, сделки, вклады, инвестиции. Проявляйте аккуратность. 22.11 на часах, символизирующие материальные потери. Они произойдут при необдуманной трате денег. Позитивный настрой помогает справиться со сложностями. Планируйте обязательно работу, выполняйте скрупулезно поручения и беритесь за дополнительные обязанности. 22.11 помогает познать себя. Сочетание цифр указывает на черты характера. Верьте в себя, думайте о хорошем, тогда все получится. Если боитесь принимать решения, 22.11 имеет значение для влияния тонких материй. Моральный настрой воздействует на поступки. Уверенность, положительные мысли, вдохновение помогут принять решение. Значение этих цифр от настроя зависит исход дела. Страх, неуверенность, тревожность мешают духовному развитию. Избавляйтесь от деструктивных чувств. Ангельское покровительство вам поможет. Работайте над первопричинами. Страх принятия решений появляется из-за неуверенности, негативных родительских установок, опасения наступления последствий. Это не единственное значение этих цифр.
А если вы ждете перемен в жизни и появляется число 2211, то перемены тогда принесут разлад в жизнь, болезни и неудачи. А если положительный настрой, он связан с позитивными изменениями. Нахождение новой работы, знакомство, смена сферы деятельности. Получится преуспеть в личной жизни. Помните, под лежачий камень вода не течет. Результат последствий поступков нету. Ангельские силы вам обязательно помогут. Если не везет в делах, высшие силы направляют послание. Задумайтесь о своей жизненной ситуации. Невезение сигнализирует о том, что применяется неправильное поведение. Исправьте это, удача вернется в жизнь. Запомните, мысли материальны. Ангелы посылают символ 2211 для обозначения начала перемен жизни. Только начните их допускать в жизнь, тогда полоса невезения закончится. Проводите в это время ритуалы привлечения удачи. Настраивайте свое мышление и убеждайте себя в хорошем исходе. Не поддавайтесь панике. Посвящайте эту минуту на духовные практики. Это многое изменит. При каких условиях это появляется? Высшие силы следят за людьми. Это главное значение ангельских цифр. Послание приходит в нужный момент времени. Если взгляд заметил одинаковые цифры на часах, это знак. Нельзя игнорировать послание ангелов. Символы скрывают критичную информацию. Расшифровывайте их значение. Если кажется, что случайно попадаются одни и те же цифры, это ангельское послание. Высшие силы вам шепчут, просят заметить их. Сделайте это. Просто откройтесь и примите ангельскую помощь. Бывает ситуация, когда скрыто чувствуешь присутствие ангельских сил. Подсознательно просишь нумерологию дать знак. Появляются цифры 2211. Задумайтесь. Навязчивые мысли подскажут план действий. Это главная установка ангельской нумерологии. Беспокоит ситуация на работе? Присмотритесь к коллегам. Кто-то ведет нечестную игру с вами. Не принимайте необдуманных решений. Навязчивые мысли скрывают ответы на вопросы. Если вы увидели это число случайно, то действия предприняты напрасным, усилия могут не окупиться, придется пожертвовать временем. Но ангелы вам говорят, что жизнь принесет вам приятные подарки, просто наберитесь терпения. Если вы эти цифры видите часто и постоянно, то здесь ждите награду за свои усилия. Продолжайте улучшать жизнь, вносить изменения в планы, достигайте поставленных целей. Если вы увидели эти цифры в свой день рождения, это предсказывает удачу. После дня рождения наступит полоса позитивных перемен. Изменения коснутся личной жизни, рабочей сферы, духовного мира. Только нужно проявить усердие. Планируйте действия в любой сфере жизни. Если нет отношений, ищите способы познакомиться. Проблемы с работой, улучшайте квалификацию. Займитесь профессиональным развитием. И если вы часто видите эти цифры, то в этот момент не забудьте загадать свое желание, ведь ангелы за вами следят, и они обязательно исполнят то, о чем вы просите.